Наш эфир продолжается, и к нам присоединяется следующий гость. Это Михаил Шейтельман, политтехнолог и писатель. Здравствуйте. 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 Давайте начнем с вопроса о том, что такое для россиян вообще Родина. Да, вот Юрий Шевчук весной на концерте сказал, что Родина не пятая точка президента. Давайте вот напомним эту цитату полностью. Сейчас убивают на Украине людей. Зачем? Наши пацаны там гибнут. Зачем? Какие цели, друзья? Какие цели? Опять, опять гибнут. Гибнет молодость России и Украины. Гибнут старики, женщины, дети. Ради каких-то наполеонских планов очередного нашего Цезаря, да? Родина, друзья, это не жопа президента, которую надо все время мусолить, целовать. Родина – это бабушка нищая на вокзале, продающая картошку. Вот это Родина. Вот суд в Санкт-Петербурге сначала Шевчука оправдал, мол, ну действительно, Родина – это не то самое место. А теперь точка зрения поменялась, и уже Уфимский суд решил, что Шевчук виновен в дискредитации армии, назначил ему штраф 50 тысяч рублей. Так все-таки для россиян сегодня в контексте решения по Шевчуку, с чего начинается Родина? Во-первых, 50 тысяч за такой важный орган президента – это недорого, я считаю, потому что тогда всего президента можно оценить, скажем, даже если в миллион, то многие могут потянуть. Вот. Но если серьезно, то, конечно, Россия – это такая очень разномастная страна. Люди в ней живут разные. Вот мы видели людей на концерте Шевчука, которые аплодировали этим его словам. Таких людей много. Вот мы видим сейчас, да, что этих людей много. И они понимают тоже, что Родина – это не вот то, что сказал Шевчук. Но много не означает большинство. Мы понимаем точно так же, что Шевчук все-таки певец меньшинства. Поскольку, как бы то ни было, он рок-певец. А для большинства россиян... Думающего рок... меньшинства. Думающего меньшинства, но рок – это не главное искусство для современных россиян. Для современных россиян скорее вот эти безумные танцы по телевизору или там какие-нибудь, ну, дебильный юмор какого-нибудь Петросяна, который, кстати, сторонник вот войны. Вот это все-таки для большинства недумающего скорее Родина. И, конечно, когда Шевчук призвал, что Родина – это бабушка нищая на вокзале, то нет, абсолютно нет. В России это не принято. Знаете, Россия – это страна, как раз обратное, в том смысле, что если у тебя все плохо, это древние поэты, на которых все время ссылаются, говорят, и милость к падшим призывал. Вот Россия не испытывает милости к падшим. Россия, наоборот, полна победобесия. И для них Родина – это та самая какая-то, ну, несуществующая страна, которая всех победит, убьет, разбомбит, и мы круче всех, и всех порвем. Вот это Родина, к сожалению, для большинства жителей Российской Федерации. Знаете, ну вот вспоминая, вот как депутату Горинову, да, дали 8 лет за то, что просто назвал войну войной. И вот здесь штраф 50 тысяч. Ну, знаете, вот какое-то как предупреждение прозвучало, это больше так не делай, чтобы на концертах больше такого не было. Нет, они знают, что Шевчук будет так делать. Будет так делать всегда, потому что Шевчук – это не тот человек, которого остановишь не только штрафом в 50 тысяч рублей, но и заключением на 50 лет. Я думаю, что все поклонники Шевчука подтвердят мои слова. Все, кто слышал его интервью, кстати, после этих событий. Нет, конечно, эти 50 тысяч рублей – это кто-то не знал, как поступить, знаете, скорее всего. Все-таки в России как устроено? Вот тебе поступило дело на стол, а попробуй-ка реши так, чтобы тебе по голове не дали. Отпустишь – проблема. Посадишь – проблема, потому что ведь сидящий в тюрьме Шевчук – это тоже проблема. Нет, это, конечно, не предупреждение. А вот когда вы упомянули депутата Горина, вот это предупреждение. Вот это предупреждение о том, что смотрите, ребята, если мы так делаем с депутатами, то что мы делаем, сделаем с вами? Вот это действительно предупреждение остальным, чтобы не рассказывали такого, как депутат Горин. А как вам такой абсурд, да, песня «Не стреляй», которую Шевчук написал в 80-м году, вот сейчас он вынужден был писать объяснительную по поводу текста этой песни? «Не стреляй, воробьев, не стреляй, голубей, не стреляй просто так из рогатки своей». «Не стреляй, мой дружок, а не хвастай другим, что без промаха бьешь по мишеням живым». Живым, да. Сейчас, да, видите, действительно, к сожалению, находятся все тысячи, десятки тысяч, даже сотни тысяч россиян, которые готовы бить по живым мишеням,
которые записались добровольно, заметьте, вот в эту армию агрессоров, насильников и убийц. Как мы знаем, через фронт войны с нами уже прошло 350 тысяч, ну, в рамках ротации, да. И ведь почти все они были не призывниками отнюдь. Это все люди согласились и добровольно выбрали вот этот путь, несмотря на песни Шевчука. Ну, видимо, в 80-е эти люди еще не родились, а потом песни Шевчука стали менее популярны, чем песни какого-нибудь Газманова, к сожалению. Поэтому, ну что сказать, культура 80-х ушла, возможно, молодежь жив... Даже 42 раз... года назад до такого не додумались, да, вот в тоталитарном Советском Союзе. В тоталитарном Советском Союзе, да, действительно, не нанимали такое количество, 350 тысяч наемников, не создавали частных армий, как мы помним, этого всего не было. Как бы мы ни ругали Советский Союз, а я его всячески готов ругать, безусловно, за многие его преступления по отношению к собственному народу, но все-таки там были некие правила. Как ни крути, это была страна с правилами. Пусть бесчеловечными, но правилами. Сегодняшняя Россия – страна без правил. Сегодня, когда частное лицо может прилететь в голубом вертолете в колонию и забрать оттуда зэков на войну против Украины, это называется, что в этой стране нет правил. И есть для этого классическое определение. Даже, по-моему, в каких-то документах ООН оно прописано как failed state. То есть Россия сегодня стала классическим failed state наряду с такими странами, как, например, Сомали, да, которая тоже известна как failed state. Вот откуда берутся сомалийские пираты. Это тоже некая частная армия. Или Афганистан, да. Да, или Афганистан, потому что вот, ну, нет легитимной власти никакой. И в России нет легитимной власти уже 10 лет с тех пор, как Путин узурпировал власть в 2011-2012 годах. Если до этого он все-таки был, как ни крути, легитимно избранным президентом Российской Федерации, то уже в 2011-2012, вот когда были болотные события, то он проиграл выборы, и Единая Россия проиграла выборы, они просто забрали власть в свои руки силой. Поэтому нет ни легитимной власти, ни законов, как мы видим, которые бы хоть как-то соблюдались. Скажите, вот в Москве началась процедура банкротства российского представительства «Радио Свобода». Вот причина – неоплаченные штрафы и отказ размещать вот такое сообщение с текстом об иностранном агенте. Вот Ельцин после развала Союза вот первым делом, да, разрешил открыть корпунты «Радио Свобода», «Deutsche Welle», «BBC». Вот теперь Путин окончательно добивает свободу слова. Вот вам не кажется, что для него это имеет вот некое символическое значение, ну, в этой его какой-то игре восстановить СССР? Я согласен в целом, что многие его действия нынешние имеют символическое значение. Изгнание многих организаций, которое началось уже не сегодня и даже не с началом войны. К сожалению, вспоминая Бориса Николаевича Ельцина, мы вынуждены сказать, что да, он одной рукой как бы разрешил все вот эти, когда появилась «Радио Свобода» в Москве, запретил коммунистическую партию, как мы помним, своим указом. Но потом все-таки где-то, так сказать, дал заднюю, да, не в качестве осуждения, понятно, что у него была тяжелейшая задача, сложнейшая, и мы не вправе его судить. Просто вот результаты того, что он потом разрешил эту коммунистическую партию, что из тюрем были выпущены те, кто делал переворот ГКЧП в 1991 году, их посадили в тюрьму, но достаточно быстро, через год, по-моему, большинство из них были выпущены на свободу, хотя, по идее, за такое дело нужно сидеть там. Сидеть, не пересидеть, до сих пор... Там написали по состоянию здоровья у многих, да? Ну, всех, понимаете, все по состоянию здоровья, так же не бывает. Вот, поэтому история пошла дальше. Вот у него были несколько лет Ельцина, когда он действительно открывал Россию, но еще при нем она начала, нет, она не начала закрываться ни в коем случае, хотя свобода слова начала ограничиваться. При нем уже там в 95-96 годах отчасти, пока мягко, пока частично, пока как-то, пока очень гуманно, и не для всех она закрывалась, эта свобода слова. Но уже какие-то первые шаги делались. Ну, а Путин, да, Путин сделал уже даже, страшно вспомнить, какое количество вот этих, как вы говорите, символических шагов по восстановлению Советского Союза. Я уверен, что у него в голове жива до сих пор эта мечта. И когда он, многие высказывают версию, что вот его цель завоевать Украину была, чтобы восстановить СССР, то я думаю, что это было все в буквальном смысле. Он собирался в Беловежской пуще подписать документы между тем президентом, которого он назначит Украине, собой и Лукашенко, о том, что все отменяется, у нас снова Советский Союз. Я уверен, что это была не фантазия, а план, план действий. Даже, помните, были обнаружены вот чистые бланки паспортов в Киевской области, советских, которые должны были раздавать нашим жителям Киевской области. То есть все это было, это был план, против которого, кстати, Западу было бы очень трудно, потому что, а как, вроде как легитимно, в смысле, ну, отменили тот договор, теперь снова СССР, и попробуй иметь с ним дело. И только благодаря украинской армии и украинскому политическому руководству этот план провалился. Надеюсь, что и все остальное у Путина, да, тоже не получится.
Наверное, вот когда гимн СССР вернул, это был вот такой первый шаг. Он его вернул очень быстро. Это, как, насколько я помню, где-то примерно август 2000 года. А он президентом-то был избран где-то в марте. Ну, до этого он был исполняющим обязанности. Вступил в должность, наверное, то ли в апреле, то ли в мае. То есть это было вообще сразу. Он с этого начал. Странно, что он тогда не вернул флаг, понимаете? Вот странно, что он тогда не вернул флаг. Но раз он тогда вернул гимн, то мысль-то у него была сразу такая. Что ему медом намазано в этом Советском Союзе? Ну что делать? У многих комплексы. Старик вспоминает какие-то свои молодые годы и хочет вернуть молодость. Но у него не получится. Голова у него уже не очень хорошо работает, а пост у него высокий. Вот с такой проблемой столкнулось человечество, с неожиданной. Ну и первый гимн, вот он же встречал уже на своей должности, 30 декабря 2000 года, Новый год, уже встречали с этим гимном. Да, с новым гимном и с новым президентом встречали, да, ну он там где-то, я не помню, где-то в августе, по-моему, потому что я помню, что была новость такая забавная, что начались аресты противников смены гимна, где-то в сентябре 2000 года, я помню эту новость, я уж не помню, кому там приписывали такие аресты, то есть тогда были протесты, кстати, против смены гимна, и, по крайней мере, эти протесты уже как-то подавлялись, ну, пока еще без ОМОНа все это было, но все равно это уже было. Вот, кстати, о запрете голосов, о котором мы говорили, россияне наверняка уже вспомнили, вот позднесоветское, да, есть обычай на Руси ночью слушать BBC. Кстати, для советских людей вот прослушивание голосов могло ведь обернуться неприятностями, иногда и крахом карьеры, и даже уголовным делом за антисоветскую агитацию. Сейчас ситуация насколько близка к той советской? Приближается, конечно. Вот знаете, кто-то недавно совсем высказал очень интересное соображение. Да. А, правильно, я вспомнил. Автор «Масяни», извините, что я забыл, Олег Куваев. Куваев, да. Вот он давал буквально на днях интервью, большое очень там, какому-то СМИ, Билд, по-моему, немецкому видео Билд. И он рассказал, что последнее «Масяни», он же смотрит всю статистику просмотров «Масяни». И он говорит, что просмотры из России, доля просмотров не уменьшилась. То есть смотрят «Масяню» так же, как смотрели до войны. Вот эту антивоенную, нынешнюю «Масяню», которая абсолютно проукраинская и антивоенная. Но ее больше не лайкают. То есть россияне боятся поставить лайк, представляете? То есть ровно ситуация, которую вы описываете. Они смотрят «Масяню» ночью под одеялом, но ведь если они лайкнут, то их уже можно найти по тому, кто это лайкнул. Поэтому да, вы правы, это вот полностью та самая ситуация. Слушать, смотреть все еще можно, еще глушилки не заработали толком, еще посмотреть «Масяню» возможно, но лайкать ее уже страшно. Да, вот художник Врубель, которого не стало 2 дня назад, автор известного граффити в Берлине, он сказал, что вот бомбежками Питера россиян не испугаешь, а только раззадоришь. Вот это ужасно. Последний «Масяни». Да, ужасная совершенно эта история, потому что вот я, например, как уроженец города Ленинграда, я, правда, из него уехал еще, когда он назывался Ленинград, то есть из Советского Союза я эмигрировал срочно, чтобы бежать от советской власти. Вот. Но я вам могу сказать, вот я смотрел этот мультфильм, а в этом мультфильме разбомбили Исаакиевский собор, один из символов для меня моего детства. Я вот смотрел на это, я понимал с ужасом, что я буду рад, если разбомбят Исаакиевский собор сегодня, если это остановит войну. Понимаете? Вот я считаю, что да, можно разбомбить Исаакиевский собор, чтобы это было вечным напоминанием России после войны, да, о том, что она творила, какие преступления она совершала. Знаете, это как во многих местах мира, как в Берлине оставили не отремонтированным купол Рейхстага, и туда можно подняться и там прочитать о преступлениях, и сами немцы написали о своих преступлениях. Как в Хиросиме не восстановлено вот это знаменитое здание, не помню, что там, Дом Конгрессов какой-то был, который уцелело во время бомбежки, но в котором нет ни окон, ни дверей, там ничего. И вот приходишь в это здание, там горит огонь, и написано, что мы, японцы, совершали страшные преступления против корейцев, устроили геноцид. За это нас справедливо наказали ядерной бомбардировкой. Поэтому вот если наши союзнические армии, как мы их, ну, уже можно, наверное, называть, НАТО, если все-таки они вступят в войну и разбомбят Исаакиевский собор, его нужно будет оставить там в назидание потомкам россиянам, я считаю. Вот я как патриот Ленинграда в каком-то смысле. Я совершенно не имею никакого отношения к Российской Федерации, никогда там не жил, но город-то мой родной, понимаете. Вот я люблю эти дома, но я желаю им быть разрушенными, чтобы это было назиданием, чтобы больше не было войны.
Вот еще хотелось бы о советских символах и понятиях. Путин возродил звание «мать-героиня», и присваивать его будут за рождение 10 и более детей. Но при этом российская власть официально признает, что страна в демографической яме. Я где-то встречал цифры, что рождаемость там на уровне, по-моему, конца Второй мировой войны. А как вы думаете, 1 000 000 рублей, это примерно 16 тысяч долларов премии, помогут России улучшить ситуацию? Да там уже какие-то премии достаточно большие выплачивались с момента того, как Путин вот это где-то в середине 2000-х придумал историю, что нужно повышать рождаемость. Но она уже понижается, она повышалась. И давайте, если вспомнить политику Путина первых его двух легитимных еще сроков правления, то не знаю, как он там относился к людям, в том смысле, что права человека, конечно же, нарушались в России, но хотя бы с экономической точки зрения, это все-таки была эпоха большого роста России. И казалось, что у России огромные впереди экономические, технологические, научные перспективы. И только потом, с 2007-2008 годов, Путин и вся российская власть развернулись вот в этот ад, в эту вымышленную свою историю, в имперскость, и погубили полностью свою экономику. Но тогда его меры по повышению рождаемости сработали. Сегодня, конечно, население падает, будет продолжать падать. Уже спорные вопросы, никто не знает, сколько же там этих людей живет. И поэтому они воруют наших детей. Вы же знаете, что похищено официально там 5 тысяч только детей-сирот, а всего угнано в Россию 300 тысяч детей. И этих людей потом придется после войны разыскивать, этих детей, и от россиян требовать компенсации, естественно, и так далее. Вот они пытаются восстановить демографический баланс за счет похищения украинских детей. В частности, Путин проводил совещание где-то в конце мая, где распределял лично детей, похищенных из Украины. Он говорил, вот столько-то детей отправить в Московскую область, столько-то в Калужскую область, там еще куда-то. То есть явно там люди платили за это. То есть, там да, и они для этого еще процедуру усыновления упростили? Конечно, потому что они сейчас торгуют детьми. Они просто торгуют украинскими детьми, даже не сомневайтесь. Вот. У них нет сейчас совершенно никаких границ во всем этом. И один международный закон нарушить или все, они уже ни перед чем не останавливаются. И тут уже, конечно, работа, ну, которую, я уверен, проделывает сейчас украинская прокуратура, международные следственные органы, что все эти случаи должны быть в конце концов расследованы, все дети возвращены в Украину. Спасибо вам огромное. Спасибо за ваши комментарии. Я напомню, что Михаил Шейтельман, политолог и писатель, был с нами на связи.